Привет, у нас сейчас час пробы гранадиллы. Она типа маракуйи. Ну, в общем, прочитайте в интернете, что это такое. Ой, я ее продавила. Кажется, она спелая, если вот так продавлена. Сейчас я ее разрежу, посмотрим, что внутри. Будем пробовать, в общем. Итак, как я сказала, это как маракуйя, в общем, будем пробовать. Ну, честно говоря, не знаю, ладно, попробуем. Ну что, я попробовала, вкусно, семечками съела, буду ли покупать, еще не знаю. Ну, в принципе, так можно ради экзотики попробовать. В общем, вот, ну, нормальная, ничего страшного. Вроде немного ослабительный эффект имеет. Но я думаю, от такого количества сильно не расслабит никого. А теперь мы со снеговиком прощаемся. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми. До новых встреч. Пока-пока.